Всем привет, с вами Пенни Пресс, и это пятничный выпуск по изидропу. Да, решил я залететь на изидроп, посмотреть, как попрет сегодня и попрет ли. Ну, попрет-то в любом случае, только в какую сторону, да? Вот, это сегодня мы и выясним. Вот. А также хочу перед началом объявить старт быстрого розыгрыша, а это значит, что завтра во время стрима будет разыграно 100 рублей. Но есть небольшое условие. Этот видос должен собрать 35 лайков. Под этим видео должно собраться 35 лайков. И участники здесь пишут под видосом комментарий минимум из 5 слов. Слов. 5 слов, ребята. Запомните. 5. 5. Смотрите на свои пальцы. Вот. Запоминайте. 5. 5 слов. 5 слов. Вот. Ну а как только завтра стрим собирает 20 лайкосов, я делаю быстрый розыгрыш. Ну, надеюсь, все понятно. В общем, смотрим, что. Что. Короче, мне за пополнение выпал вот такой вот дроп 3 для контракта. Мы тогда сейчас сразу с контракта начнем, посмотрим, что тут может выпасть. На 88 рублей контракт. Мы сейчас либо 22, либо что-нибудь покруче забираем. Начнем с контракта, не будем начинать с фришки. Посмотрим, как попрет. Че, попрет? Как? Шо у нас тут попрет? Да ладно, 38. Не 28, а 38. Ни хера себе. Ну, давай теперь первый фрикейс. Смотрим, каково это. Я тут себе налил водички. Осадок выпадет. Да неужели? Вот это. Кто бы мог подумать. Нахер тебя за 4 рубля сразу продадим. Зайти это за 38-то может бы попытаться какой-нибудь там апгрейд сделать. Ух ты, гроза. Вау. Вот это радость это в доме. Гроза. Осадок. Гроза. Что может быть тут меньше грозы? Мы ж на понижение вроде идем. Да ладно, алоха. Алоха может быть. Но это ж не меньше грозы. 4 рубля. Дешмань. В общем, что будем делать? Что будем делать? Я даже не знаю, что. Бомжа открыть? Давайте снова помучаем бомжа. Бомжа пооткрываем. Посмотрим, что он в состоянии будет выдать. Грот, да? Все-таки перекатился на грот за 21. Ну, посмотрим, поставляем скинчики для апгрейдов. По-моему, в прошлый же, видос понедельничный, у меня апгрейд залетел. Но мне хочется с бомжа что-то вытащить такое приличное, приличное. Сочнеанское такое, вытащить какой-нибудь. Ну вот, ножик какой-нибудь, перчаточки, да. То есть вот хочется с бомжа прям это. Можно вот это. Ну, не, это не это, вот это можно было бы. Еще ни одного, еще ни один не окупился. Ни один кейс бомжа еще не окупился. Как-то оно... Блять, атомный сплав и это... Ну что, а что до ножа не дотянуть? О, за 4 рубля. За 4 рубля-то можно однозначно продать, потому что это просто лажа какая-то. Ну, бомж не хочет. Нож даешь? Нож? Нож? Сука, нет. Ах ты ж падла. Мог бы нож дать. Что ты, блять? Что ты мне вокруг да около-то водишь? Что-то не знаю, сколько я раз уже бомжа открыл. Было столько... Опять, подожди, что тут, кроме этой хуйни, ничего не падает, что ли? Ну, давай еще, наверное, разок бомжа откроем. Я вот думаю, может, блядь, этот пооткрывать. Ширпу пооткрывать. Ох, да ладно. Красный кварц, охуеть. За 27 рублей, блядь, 27 рублей прилетело. Я ебу. Угу. Не хочет бомж ни в какую давать. Ну, все, бомж, я на тебя обиделся, короче, я нахуй иду в ширпокейсы, по 3 штуки буду крутить их. С досады прям, вот, поняли. Вот, и будем смотреть, что нам даст ширпокейс. Ну, дает 3 ширпы. Ширпокейс дает ширпу. Это нормально, это закономерно, да. Блядь, что у меня стакан к подложке прилипает. Какао-буйство. Ну, оно в цене не подросло, как было. Дешмань, так дешманью и осталось. Вот, у меня там, кстати, промокодик бегает, ребятки. Юзайте и лутайте. Классные скинчики. Пополняйтесь. 30% к балансу. 30% к балансу. Скины после пополнения сыпятся. Огонь. По крайней мере, лучше, чем мне. Так что дерзайте. Блять, я такой уж думал, но потом вижу нож такой, а потом вижу две синьки.
О, да ладно. Первый скин дороже 10 рублей отсюда выпал. Ну, по крайней мере, ширпа он окупает открытие. Понимаешь? Ширпа он такой, блядь. Окупает открытие. Вот Галю вандал дает. Охренеть. Вот это он насыпает. Мне сейчас там прям наваливает, подваливает. Блять, как-то он прям резко тормознул. Прям... Что за херня-то? Бля, может по два? А, даже не дает мне это ничего, фармануть не дает. Ну, базара нет, я обнес его, блядь. Я его просто подчистую обнес. Конечно, что он мне тут фармить-то будет давать? Чтоб он что-то дал, это просто, блядь, охереть надо. Не, ну, конечно, его можно раздуплить будет. Его можно будет раздуплить, снова ему алгоритмы там поперекрошить все. Но вот только надо понять как. Надо понять как. Так-то это довольно сложновато. Синьку, ну... Синьку, хоть синьку дает. Такой, блядь, чуть-чуть. Не, если он будет меня, блядь, по 45 копеек с каждого прокрута окупать, я нахуй буду крутить, пока не... Вообще тут на миллион не окуплюсь, блядь. Вообще спать не пойду, блин. Мраморный градик. Вот, отличный, кстати. Нож красиво выглядит. Вау, глубокий рельеф. А тут и ужи, и это все пролетело. А вот глубокий рельеф не пролетел. А, синька. А с одной на другую синьку перетащил, да? Что за бред? Ну давай уже что-нибудь нормальное, ёптать. Ширп, я знаю, ты можешь прям точно ёбнуть. Ты можешь прям сочно ёбнуть. Я даже стилету африканской сетки порадуюсь. А если выпадет два ножа, ну вообще два ножа, я вообще охерею. Блять, тут мигалка прям была на подходе, но нет. Слушай, ну он как бы так по чуть-чуть вообще, по чуть-чуть прям сливает, сливается. Но вот тут конкретно. А вот до Франклина не дотянул, да? Но у меня там на апгрейды еще что-то есть. Есть что-то на апгрейды, но я вот просто думаю, зайдет ли что-нибудь на апгрейды. Хер-то там, ну чё ты, елки-палки, изич. А, ну все уже, бабла-то, считай, не осталось, а сейчас уже сольет меня. Да ладно, на две синие вы, что ли, ничего себе ты. Вот это ты меня прям сейчас расщедрил. Охереть. Давай сливай уже быстрее. Ну как, не, не сливай, не сливай. Давай что-нибудь, сок мне выдавай какой-нибудь. Это пиздец, блядь. На одном и том же балансе. 16 рублей. 16, 18, 16, 18, 1. 16, 18, 1. О, блядь. Ну, это крутые сильно скины. Потому что мне там этот же сапфир выпадал. Он там 9 соток почти. Но я не знаю, сколько там сапфир вообще этот может стоить. Может, он там и за сатен такой есть. А, не сапфир, нефрит, блядь, какой-то он. Резной нефрит или как он там называется? Он, может быть, там и за сатен, конечно, есть. Не знаю. О, сейчас вот он притупил. Алгоритм, кстати, сменил он. Да, потому что должен быть нож вот здесь вот быть. Но он сменил алгоритм и... Ладно, сейчас пойдем апгрейды крутить. Блять, нихуя ты меня сейчас это. Я реально поверил, что мигалка выпадет. А, он меня по бороде. По бороде. Ну, давай, давай. Кстати, я этот, который. Нову-то я вывел. Она там, блядь, в стиме-то она там пиздец, пиздец стоит. Это здесь, короче, она что-то 400. А в стиме она там 600 с лишним. 600, 680, что ли, там. Почти 700, так, короче. Ну чё, залетишь? Мне, чтобы деп чанский хотя бы забрать. Так, этот мимо будет стопудово. Так, ну, не, наверное, скорее всего, апгрейдов сегодня тоже мы никаких счастливых не увидим. Хороших, красивых, приятных и сочных. Ни хера мы не увидим. А, чем меньше здесь становится скином, тем больше у меня уверенность в том, что меня побреет сегодня изи дроп.
Сколько мы пишем? Почти 10 минут. Ролик уже 10 минут. Ролик 10 минут, ролик ни о чем. Сливной ролик, да? Вот, ну да, я не из той категории, который выкладывает только окупные ролики. Я не отношусь к той категории. Я выкладываю все, что снимаю. А не так, чтобы, блядь, там люди думали, что мне чисто только, блядь, залетает и залетает. Нет, такого нету. То есть меня сайты точно так же сливают, бреют, посылают нахер. Вот как сейчас, короче. Ну все, все. Балик слит. Ничего нету. Больше крутить нечего. Все, что можно было. Короче, с баланса 250 рублей полный слив произошел. Да, ну ничего, надо стараться, короче, опять раздуплить EasyDrop, чтобы он снова начал выдавать. Я, конечно, подумаю, каким же образом можно эти алгоритмы будет сломать. В общем, на этом все, ребята. Напоминаю, что завтра будет быстрый розыгрыш на Сатен. 35 лайков под этим видео. В комментарии минимум 5 слов. И на стримчике нам нужно будет набрать 20 лайкосов. В общем, на этом все. Всем пока. Увидимся на стриме. До новых встреч.